Бойцы отряда ведут раскопки в 3 километрах от деревни Митина Ельнинского района. Эта высота называлась Ельнинский уступ. Бои здесь в 1941 году вели 100-я и 107-я стрелковые дивизии, которые впоследствии стали носить звания гвардейских. Здесь, в этих местах, зарождалась гвардия. Вот о чем мы сейчас, в чем мы убедились на данном раскопе. Были обнаружены останки 2 солдат, и у одного из них найдено первый значок гвардия, один из первых. Таким гвардейский значок поисковики достали из земли. Его по возможности отреставрируют, чтобы он занял достойное место в музее поискового движения. Самое желанное для каждого поисковика – найти медальон и установить имя воина. В этом сезоне отряд «За Родину» отыскал 4 медальона. Один из них принадлежал красноармейцу Сидневу Степану Александровичу, 1905 года рождения, из Пензенской области. И нашли родственников – родную дочь и 9 внуков. Так уже сложилось, что поисковые отряды России давно сплотились в единое братство, и для них не существует географических границ. Боец любого отряда может принять участие в поисковом сезоне в другой области страны. Так, в этом году уже не первый раз в отряде «За Родину» работают друзья из Сыктывкара. Мы давно подружились с десногорским отрядом и уже, наверное, 3-й сезон работаем вместе. И вот они, опять же, нас пригласили, и мы приехали поработать в этот район. 24 апреля в гости к поисковикам отряда «За Родину» приехали друзья – сотрудники акционерного общества «Атомтехэнерго». Чтобы поддержать бойцов, они вручили им ценные подарки.